Привет, дружочки-пирожочки. Сегодня у нас загадочная коробка Five Nights at Freddy's. Друзья мои, не забывайте ставить большие пальцы вверх, чтобы таких коробочек было больше. Мы сегодня будем смотреть на необычные, ну или обычные, интересные всякие штуки по Five Nights at Freddy's, доставая их из этой загадочной, секретной сюрприз-коробки по FNAF. И это будет интересно, я надеюсь. Тут будет всякое. А вы не забывайте прожимать большие пальцы вверх, чтобы таких роликов было больше, чтобы они выходили почаще. Ну что ж, секретная сюрприз-коробка FNAF. Поехали. Итак, начинаем. Запускаем туда свою загребущую ладошку. И что же мы достаем оттуда? Ну давайте достанем оттуда что-нибудь типа вот этого. Посмотрите, это у нас фигурка. Фигурка-то не простая, а даже целый набор сразу. Смотрите, в коробке у нас есть набор. Это набор с изображениями Security Breach, и не обманули практически, потому что здесь это просто неправильная покрашенная Рокси. Очевидно, это не никто иной. Вот такая вот такой блистер, что внутри у нас имеется. Посмотрите, есть тут фишка какая-то. Что это за брелок такой? Это вообще что? Это вообще кто? Это, ну, не знаю, Caps, может, Mad Caps, кто помнит, были такие всякие фишки, сотки назывались. Также здесь вот такая вот фигурка балун-боя совершенно какого-то ужасного, с черной рукой. Он еще мазут ел. По всей видимости, у него черная рука и черный рот вот здесь вот. По всей видимости, он ел. А, ну я понял, солнышко пригрело, жвачек нет, он же пацан, такой балун-бой. И вот он гудрон ел, жует гудрон. Он так набрал гудрон, целую ладонь, и теперь, а что, жвачка. Ну-ка, лайк, чей батя рассказывал, как он ел гудрон. Нет, мы не ели гудрон. И вот она, о боже мой, о май гад, о май, что вы сделали с Рокси, с Фокси? Балун бой, это ты? Ты тут на это, на выковыривал, вот это, смотрите. Туда может пол балун боя запихнуть. Что за дрень в Рокси Фокси? Почему в ней такие дыры огромные? У нее глаза там в игре вырвали, а не сзади черепушку. Это Грегори какой-то неправильный. Этот Грегори еще более жестокий, чем тот. Ужас какой. Посмотрите. А зачем здесь это сделано? Для экономии пластика или что? Может быть, это стаканчики, и тут надо сюда налить, и, ну, ваше здоровье. И выпить молочка, конечно же. Это просто один из самых трэшовых, странных. Главное, они собрали все, смотрите, все вместе, да? Типа, такие, о, набор. Вот. Они просто на мусорке, походу, нашли какие-то непонятные штуки по FNAF и решили их добавить. Ну вот что я первый раз вижу эту фигурку, очевидно, Рокси. И потому что, ну вот, все-таки кажется, что это она. Вряд ли. Ну, пишите, поправьте меня. Что есть еще интересным в нашей чудо-коробке? Покопаемся. О! И находим тут, что это такое? Брелок. Это у нас брелок по Five Nights at Freddy's. Давайте посмотрим, что за брелочек. Вот такой вот. Уф. Кеф ты мне просто брелок какой бархатный. Вот такой вот. Давайте посмотрим. Он, кстати, по Security Breach. Брелок в виде двухсторонней картинки. Она одна и та же на две стороны. Давайте можем посмотреть. Вот это я понимаю. Рокси, посмотрите, здесь какой у нее няшный вид, а второй такой вот супер какой-то вот оборотень. То есть, как бы они же сделаны по прототипу каких-то животных, правильно? А не, ну, то есть, это аниматроники, это роботы сделаны, которые в виде каких-то животных. По всей видимости, вот Рокси так выглядит в этом мире. Ну, выглядела бы, если была бы таким антропоморфным зверем. Брелок, кстати, прикольный. Он очень гладенький такой. Немного неровно размещена картинка, мне там кажется. Но выглядит классно. Жаль, что можно было бы с одной стороны одну картинку, с другой стороны другую разместить. Что есть еще? Это... О! Это... Ух ты, какая штуковина, смотрите. О, бадя-бадя!
Вот она. О, вот моя мечта. Друзья мои, у меня тут целая мечта сбылась сейчас. И вот она сбылась, моя мечта. У меня есть какая-то ерунда. Нет, на самом деле прикольная книжка. Смотрите, выглядит как красиво. Лепим из пластилина героев Five Nights at Freddy's. При этом сюда добавили персонажей из Security Breach. Вот, смотрите, здесь и луна, и солнце. Наоборот, солнце и луна. И есть вон Рокси, ну, правда, ей плоховато, по-моему. Правда, мне вот интересно, как она оформлена. Давайте посмотрим. Кстати, лайк, если хотите увидеть какие-нибудь шорты или там ролики дополнительные, где мы будем лепить, где можно слепить, что слепить по этой книжке. Ну, чуть полистаем ее, естественно. 22-й год, свежачок такой, то есть прошлого года. О, смотрите, Фредди. Ну, надо будет попробовать. Тут прям смотрите, как подробно все. И сколько здесь их. Тут и диджей-музыкант, какой-то просто музыкант, чика неоновая, глэм. Тут каждого столько видов. Хочется полистать. Смотрите, тут, ну, понятно, всякие Фредди. Ого, тут даже Орвилла добавили. Гиппо. Я знаю теперь их имена благодаря этой штуке. Вау. Ну, это интересно. Конечно, примитивненько, и это не из пластилина, но я имею в виду, они в 3D-редакторе каком-то сделали, Рокси. Но тут написаны цвета, которыми нужно это все, какие вам потребуются цвета. И вот количество деталей. 1, 2, 3. Ну, прямо интересно, получится или нет. Бонни, Ванни. Ванни. Только она Венни, конечно, не Ванни. Ванни. В ванне стиральная машина, как правило, стоит. Ну, у кого-то, может быть, и на кухне. Но в ванне. Ну, это вот она, конечно, здесь, да. Выглядит... Ой, а это кто там? Ванесса сделали? Йоу, Ванессу, посмотрите, какая Ванесса. Мне напоминает какую-то игру. Эндоскелет из пластилина можно скопить. Что? О, диджей. В конце есть диджей. Музыкант. Вы, кстати, если мою хотите, вот я пооткрывал какие-то странички, можете... О, глэм-рок Чика. А что за неоновая Чика? Что за неоновая Чика? Чика неоновая. Это с какой игры? Прям интересно. Прям интересно. Вы можете нас топ поставить и посмотреть. Короче, вот такая вот книга. True Book Space. Вот, с пластилином. Ну, как вы поняли, только они сами их не лепили из них ничего. Они просто в программке сделали и все. Что есть еще? Давайте посмотрим. Еще есть вот такая вот фигурка. Фигурка. О, эту коллекцию я хочу собрать. Ставьте лайки. Чтобы собрать коллекцию, вы посмотрите. Это, между прочим, не просто так. Дело в том, что это гигантские лего-фигурки. Ну, то есть, у меня были, помните, набор, где часы, там вообще большие. А это где-то в 2 или в 3 раза больше, чем обычная лего-фигурка. Вот, посмотрите, на ладони. Вот такая вот. У нее, наверное, тут должен был быть какой-то механизм, но здесь ничего нет. Это просто вот такая цельная фигурка. При этом голова... О! Я ему свернул голову, по-моему. По-моему, она даже не снимается. Или снимается? Она... Ого! Ничего себе, ну, в таком вот креплении. То есть, можно сделать вот так. Будет жутко смотреться. Жутко смотреться. Так. Ну, у него крутятся ручки, поворачиваются. Да, здесь явно предполагался наверняка светящийся элемент. Но мне нравится. Во-первых, они не такие монструозные. Они будут смотреться даже норм в каких-то лего-постройках. Но она крупная и прикольная. Это классно и неплохо сделано. У меня здесь есть этот и есть, конечно же, сам Фредди. Тут какие файны этот Фредди без Фредди. Вот такой вот Фредди. Еще и с аксессуаром. Почему не дали спрингтрапу этот аксессуар? И посмотрите, какой жуткий Фредди. Как его правильно называется, напишите в комментах. Я в них до сих пор не разберусь, потому что, ну, у меня много других разных роликов, если только я снимал про FNAF. Лайк, если бы хотел только про FNAF ролики. Ну, если бы я снимал... Кстати, смотрите, тот знал бы про них все, может, поиграл бы даже, там, посмотрел бы какие-нибудь эти. Может быть, придем к этому, потому что зрители больше всего, конечно, любят FNAF, как ни крути. А это у нас он держит микрофон. Единственный минус, они немножко пованивают. Или это... А, нет, это баллон-бой воняет.
Как же они воняют? Он как из пакетиков, из моих, вот, вы видели, да, распаковку? Если нет, посмотрите. Это из этой же серии, точно. И воняет так же, ужасно. Просто это вонище какое-то. Вот, и такой вот Фредди. И такой вот Фредди. Ну что ж, Фредди тоже... Голова поворачивается. Слушайте, да, можно неплохо смотреться будет на полочке. Неплохо, неплохо. Ну что, на сегодня... А, нет, не все еще. Я думал, что все. На сегодня еще есть невероятная вещь по Five Nights at Freddy's. И это что? Это достаем из коробочки на сегодня. Что бы вы могли подумать? Это. Да это же, друзья. Мы будем устраивать вечерину. Я думаю, что когда мы... несколько коробок этих распакуем и устроим, наконец, вечерину. И это необходимый аксессуар для любой вечерины. Потому что это такое? Догадались, нет? Это же шарики Five Nights at Freddy's. Подарочные шарики. Смотрите у меня, сколько. Давайте посмотрим, кто здесь. Перед тем, как-то надуем, конечно. Чика. Вау, они подписаны. Смотрите, неси торт. Неси торт там написано. Так, тут везде, да, написано. Ну, Чика же сладкое всякое любит, да. А, кто ты, спрашивает Фредди. Кто ты? Что ты сделал для хип-хопа в свои годы? Здесь тоже неси торт, они повторяются. А кто еще? Не моргай. Это для фоточек, наверное. Странные надписи, кроме неси торт. Не ломайся, Фокси говорит, не ломайся, а это точно детский день рождения будет, нет? Чё? Не ломайся, ну, пожалуй, не моргай, не бойся, не проси, не верь, не бойся, не проси и не ломайся. Очень странно, не моргай, ну, давайте, не моргай. Насколько сильно раздует. О, боже. Бонни немножечко раздул. А можно еще сильнее? Ну-ка. Давайте попробую. О! Слушайте, хорошо, прям прикольно. Сделаны принты, не разрывает. Вот. Это шарик, это не я, если что. Смотрите, какая красота. Короче, буду устраивать вечерину, я пока складывать буду куда-нибудь. Но не в коробку, потому что из коробки может появиться все что угодно новое. Вы же лайк прожали, и поэтому будет продолжение. Обязательно новые коробочки, сюрприз, FNAF. Может быть, все что угодно. Сегодня у нас были шарики, фигурки, большие лего, ужасный набор с игрушками, которые не стоит брать. Брелок, который безделушка, но в целом неплохой. И неоднозначная книжка про пластилин. Лайк, если хотел бы, чтобы я ее протестировал. Можно по ней что-нибудь слепить. Но, как минимум, мы посмотрели ее вживую. Она хорошо, кстати, сделана. Ну, яркая такая, цветастая, но внутри это не фотки, а именно что такая вот ленивая история немного. Но оформлено прикольно. Вот такая коробка сюрприз. Всякое смотрим по FNAF, почему бы и нет. Поддержка ваша нужна. Смотрите другие ролики на канале, подпишитесь, поставьте колокольчик, напишите комментарий и до новых встреч. Удачи!